Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 ноября, день Параскевы, назван в честь святой великомученицы Параскевы. Родилась она в зажиточной семье, отец был сенатором. Она могла прожить богатую и счастливую жизнь, но решила посвятить себя Богу. Будучи красивой и богатой, она отвергла женихов и вела аскетический образ жизни. Во время гонений на христиан ее жестоко пытали. К обессиленной Параскеве явился ангел и укрепил ее, отер губкой раны, и тело ее стало крепким и здоровым, а красота лица стала еще более поразительной. Сегодня женщины начинают готовить лен для продажи. Всю неделю, на которую выпадает сегодняшний день, называют пятницкой неделей. Пятницы – богиня, которую считали покровительницей матерей и женщин. В старину крестьяне украшали иконы святой Параскевы. Считалось, что икона охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Сегодня помолиться святой отправлялись в церковь, особенно те, кто страдал от тяжелых заболеваний. Особенно это касалось душевных болезней. Сегодня не пряли, а занимались шитьем. Девушки вечером собирались вместе. Каждая приносила с собой какую-нибудь работу. Так, занимаясь шитьем, они одновременно беседовали. Говорили, что сегодня можно молиться на скорую свадьбу и жениха. Параскева известна и как покровительница полей и скотины. Сегодня было принято приносить ей различные плоды. А вот в стародавние времена сегодня отмечали память богини Макоши. Она была покровительницей прях, портных и помогала достичь земного счастья. Приметы. Если листья с вишни до сих пор еще не опали, снег, даже если он выпал, скоро растает. Сегодня надо сдерживать себя от смеха, чтобы потом не плакать. Сегодня нельзя мыть голову, купаться, стриться, мыть полы и вообще выполнять работу, которая была бы связана с водой. Если болит голова или зуб, нужно помолиться святой Параскеве. Нельзя чистить дымоход на Параскеву, это к несчастью. Беременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка. А вот стать чемпионкой мира, сколько тебе понадобилось времени? Там 3 года, 5 лет? Потому что я знаю, некоторые так говорят, вот чтобы стать мастером спорта, говорят, ну, у кого идет там вот по тяжелой атлетике, говорят, 2 года, а вот международников уже еще 5 лет надо было прибавить. Ну, вот чемпионкой мира я уже стала, переехав в Москву. А вот здесь я занималась. Это сколько было лет? Это мне было так, 2010 год, сейчас 3 года назад, 23. На нашей целебной кулинарии рассказываем о том, чтобы человек не просто что-то съел, ему вкусно было, но чтобы ему и полезно было. А тем более с сбросом веса, вот какие продукты он должен кушать, чтобы набиралась такая активная мышечная масса, а все инертное уходило. Белковые продукты. Белковые продукты. Да. И бытует мнение, что всего диетическое невкусно, а мы все это умеем и будем готовить вкусно. И что мы сейчас приготовим? И сейчас мы приготовим рыбу. Рыбка. Рыбка, треска, филе. Филе. Вот. Вот оно какое. Угу. Кстати, рыба – это один из самых ценных источников белка и усваивается довольно легко. Поэтому для спортсменов вообще это уникальный продукт, вот, и полезный. Как мы ее будем готовить? Сегодня мы ее пожарим. Просто пожарим. Пожарим, да, немножко. Вообще полезно, конечно, либо в пароварочке сделать, либо запечь. Вот. Но сегодня у нас такой вариант выходного дня. Вариант выходного дня. Слушай, Маша, а вот смотри, вот действительно в пароварочке можно сделать, можно ее там запечь, да, на сковородочке. Можно там фольге. Фольге. А вот можно тогда сказать, в чем заключается разница? Если мы ее запечем сейчас на сковородочке,
Поджарим. Да, поджарим. Поджарим. Угу. Ну, вообще, поджарка сама по себе чем вредна? Потому что канцерогенная. Оливковое, допустим, если жарить на оливковом масле, там оливковое масло, оно полезно, но при термической обработке теряет полезные свои свойства. Вот. Но мы постараемся минимизировать зажарку. Включаем тогда. Так, это у нас будет вот это. Мы включили нашу сковородочку. Так, что мы вообще будем делать? Так, сначала маслица, да, прогреем немножко. Хорошо, вот, а пока я тогда порежу филе наше. Хорошо. Режь филе. А я еще несколько дополню. Знаете, почему я Маше такой вопрос задал, что когда, если приготовить на ну, филе рыбки на сковородочке, то она, рыбка, возьмет и маслица, то есть это будет, ну, как бы сказать, жирненький продукт, который, да, для того, чтобы масса тела росла хорошо, это будет нормально, но если мы хотим, чтобы у нас был там рельеф, лишнее уходило, лучше сделать на пароварке. То лучше всего на пароварке, чтобы лишний жир вошел в рыбку, и у нас все было такое стройненькое, все было подтянутое, все было такое активненькое. Потому что, естественно, масло добавляет калории. Вот, вот это вот я и хотел услышать. Вот. Так, а что мы еще будем использовать? Там лучок мы будем там это? Да, лучок будем использовать. Хорошо. А я лучка пока? Приправки. Приправки. Как что? Вы считаете, Геннадий Петрович, помельче порезать или так достаточно? Вот как ты делаешь, так ты это все и делай. Поэтому все это я нормально. Я считаю, что так достаточно. Вот. Так, это мы прогрели. А какие у нас есть приправки? А приправки у нас, смотри, вот специальная, тут такая приправка для рыбы. Ну, это мы тогда уже на сковородке посыпем. Давай на сковородочке посыпем, пускай. У нас должно все это зашкварчать сначала масло немножечко, да? Да, потом прогреться. Ждем. Слушай, а вот еще какие продукты ты предпочитаешь? Вот именно ты и почему? Вот, допустим, на этапе, допустим, там, ну, тренировки, потому что тренировка сама по себе это разрушение белков мышц, а потом, когда мы едим, они наоборот восполняются и увеличиваются. Да. Вообще я предпочитаю как раз рыбу. Я люблю очень рыбу и молочные продукты, творог. Именно. Творожок. Творожок тоже богат белком. Ага. Очень полезный продукт. Вот, ну и овощи. Овощи, которые содержат клетчатку. Вот. А для набора массы очень полезно все-таки крупы употреблять, да. Крупы. Крупы это крупы у нас, да, крупы цельные, рис, гречка, овсянка. Слушай, а какие вот предпочтительные там, допустим, овсянка, либо вот рис, либо гречка, потому что они же тоже все имеют какие-то свои частности. Но не все полезны сами по себе. Вот кто-то из этих круп содержит больше витаминов В, кто-то меньше. Я просто считаю, что нужно включать в меню. Не стоит на одной крупе сидеть, включать и то, и то, и то. Лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочегонным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение.
а также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом из бобов, гороха. А жидкую холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!